Добрый день, с вами Лаврентьева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии, и не только. Продолжим разговор о затмениях, и сегодня мы разберем полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года. Оно закрывает второй коридор затмений 2021 года. Еще раз, почему мы особенное внимание уделяем затмением, а еще большее солнечным затмением, потому что они привносят смыслы, новые смыслы, новые задачи на следующие полгода как минимум. Особенно учитывая, что у нас полное затмение, то там на самом деле срок больше идет. Они несут в себе и кармическую предопределенность, то есть приносят смыслы свыше. Солнечные затмения высвечивают грядущие значимые события. Просто это нужно уяснить. Обязательно смотрите дом натальной карты, куда попадает 12 градусов вот этого стрельца. Тут будет открываться новый цикл и даваться будут возможности. Солнечное затмение, да, они приносят кризис в сознание, меняют внутренние установки обстоятельствами извне и дают импульс к новому. То есть они указывают на новые перспективы, это все понятно, но в то же время они, открывая новую дверь, закрывают старую, обесценивают что-то прежнее. Наше затмение приходится на темное время года, то есть это время Мары, когда старое солнце умирает в стрельце, и мы должны, получается, своими сверхусилиями проявить новое, создать, по крайней мере, запрос на новое. Наше затмение приходится на еврейскую Хануку, на христианский праздник введения в храм Божий Пресвятой Богородицы и последующего ее посвящения Отцу Небесному, и на праздник Весты в северной традиции. Это все 4 декабря 2021 года. Казалось бы, что может быть прекраснее? Ведь это же символ зари, которая провозглашает победу светлых сил, победу чистоты, искренности над конформизмом, над приспособленчеством, победу духовности над сугубым материализмом. Но сложность в том, что светило нашего затмения в оппозиции к черной луне Лилит. То есть только от наших с вами усилий зависит, взойдет ли эта заря или она остановится в холодном, мрачном царстве Кощея, зимних вот этих ледяных чертогах. Лилит в близнецах, скажем сразу, она обострит торгово-экономические, логистические пути, проблемы, сделает их яблоком раздора. Также Лилит усилит количество ложной информации, случаев мошенничества, низведет на нет контакты как таковые и обесценит знания. Еще на сложности вот этих следующих как минимум полугода указывает звезда Растабан, в соединении с которой находится светило нашего затмения. Это бета созвездия дракона, туманная звезда в глазу дракона или голова дракона. То есть это звезда невзгод, звезда потерь. То есть вспоминайте архетипы, которые возникают из сказок с прилетами драконов. Эта звезда дает двойственность, обманчивость, искажает картинку, то, как мы воспринимаем внешне. То есть внешне, официально мы будем видеть одно, а на самом деле вообще будет совершенно другое. Поэтому не впечатляемся и не втягиваемся. Это звезда мошенничества, манипулирования, попрания законов. С этим мы будем работать. Ну и сама по себе Лилит в близнецах, она, в общем-то, как бы об этом же. Дракон символически нам напоминает и о том, что убить дракона нужно прежде всего в самих себе. То есть мы говорили много раз, что правительство – это та карма совокупная, которую мы имеем.
Итак, сфера, в которой нужно наиболее поработать над собой, это вот тот дом, куда попали наши светила затмения. Открываем свою натальную карту и смотрим, куда попадают вот эти 12 градусов Стрельца. Также, конечно же, смотрим дом напротив, туда, куда попадает Лилит, там будут искушения. Выписываем все темы, анализируем заранее желательно, то есть до затмений. Вот это будет для нас подсказкой. И вот для вас мы подготовили еще раз вот простейшее трактование натальных домов. То есть это самый, конечно, простой уровень для начинающих, но тем не менее делайте скриншоты, изучайте. И я напоминаю, что на нашем канале есть в свободном доступе лекции для начинающих. Ссылки я оставлю в закрепленном комментарии к ролику. Дорогу осилит идущий, но Лилит будет всячески, конечно, мешать. Нашему полному солнечному затмению 4 декабря, которое предшествовало закрывающее старый сюжет, лунное затмение 19 ноября. В разборе вот этого лунного затмения мы отметили отсыл к 1985 году. Это не только цикл Сароса, потому что совпадает, это относительно и вот тот вот наш сюжет, который зародился по квадрату Сатурн-Уран, это и приблизительно там вот те сюжеты, которые по Сатурну мы сейчас проходим. То есть приблизительно мы сейчас проживаем перестройку 2, очень упрощенно трактуя, конечно. Наше солнечное затмение предложит нам вот такой же сюжет, как был тогда. То есть я имею в виду отсыл наш в прошлой лекции к встрече Горбачева и Рейгана в Женеве. Наше солнечное затмение предложит нам такой же сюжет вот из прошлого, для того, чтобы мы смогли создать новую реальность, соткать новое будущее на основании выводов по предыдущему. Это очень важно, потому что если мы выводы не сделаем, то сюжет просто-напросто повторится еще и в усугубленном состоянии. Когда мы будем смотреть исторические циклы, то поймем, что дальше уже некуда на самом деле. Наше солнечное затмение в Стрельце, оно указывает на необходимость осмысления своего пути, указывает на обострение политико-экономических вопросов, стратегического планирования, национальных и межэтнических расприй, конфликты конфессий, это тоже сюда, темы религии, верования, предрассудков, предубеждений, это все вот эта ось близнецы-стрелец. Высшее образование, раскрывающее, расширяющее кругозор, подвергнется сомнению и будет максимально низводиться. Но наша с вами задача как раз вспомнить о том, что это необходимо. Как, впрочем, вспомнить и про высшие ценности. Наша задача – выстоять. Стрелец о постоянном саморазвитии, не об экспансии и захвате, а о высшем духовном, о целях высоких. Ровно 400 лет назад, вот как раз вот практически на наше затмение, Галилео Галилей изобрел телескоп, чтобы созерцать высшее, прозревать с помощью этого суть вещей. То есть не дьявол кроется в деталях, когда мы видим только то, что перед нашим носом находится, а смотреть и видеть все пазлы – это стрелец. К слову, 4 декабря 1932 года, то есть и наше затмение 4 декабря, в СССР был принят декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек тунеядцам и паразитам. Вот стрелец, он как раз про это. И стрелец, он и об идеологическом воспитании. Вот эта ось создания, стрелец о создании образов будущего, которое нужно сеять за 30 лет до того, как они взойдут, понимаете?
Однако оппозиция к Лилит в Близнецах даст этому делу искажение. Поэтому ось Стрелец-Близнецы учит правильно различать информацию и передавать ее, не искажая. И, конечно же, анализировать и видеть стратегически. Воспитанию идеологическому в следующий период следует уделить особое внимание. Наше затмение относится к 152-му циклу солнечного вот этого Сароса. Наше затмение 13-е из 70. Ему предшествовало затмение 23 ноября 2003 года, 12 ноября 85, 2 ноября 67, 21 октября 49, 11 октября 31, там 1913, 1895 и так до 1805 года. Во-первых, те, кто родился вблизи вот этих затмений перечисленных, те срезонируют, то есть у них многие сюжеты будут особенно активизироваться. Последнее затмение этой серии будет 3049 году. Ну, то есть вы понимаете, что если наше затмение 13-е 70, то мы в начале пути еще находимся. То есть, чтобы прозреть суть вещей, нам еще долго. Про 1985 год мы уже говорили с вами. То есть нам будет предложена снова похожая ситуация, как на личном, так и на государственном уровне. Вспоминайте, что у вас было в конце 1985 года. Кто-то продастся по Лилит в Близнецах, то есть, например, Близнецы, это США, да, а кто-то сохранит свою ценность, идеологию, традиции, Стрелец. То есть, еще раз, как на личном, так и на государственном, мировом уровне вот эти сюжеты будут повторяться. Вспоминайте, что было тогда, и анализируйте. Затмение 1949 года сопровождали образование ФРГ и ГДР. Бизония, кстати, на наше затмение отметит ровно 75 лет, то есть Германия будет звенеть на это затмение, она резонирует. Эти же затмения 49 года сопровождали девальвацию фунта стерлингов и других европейских валют. Это глобальный кризис тогда был в Европе. Повторение сюжета. Да, нужно учесть ошибки. Также срезонирует Тайвань. Именно в затмение 49 года националисты, вытесненные с материкового Китая коммунистами, провозгласили на острове Фомоза, это современный Тайвань, который, республику Китай со столицей в Тайбэе. Поэтому уже будем иметь в виду, что борьба за вот этот остров, за влияние будет. Да, и как раз вот к нашим затмениям 49 года завершились испытания в СССР атомной бомбы. И на всякий случай я напомню, что США пока что единственные, кто воспользовался атомным оружием еще в 1945 году, 6 и 9 августа Хиросима и Нагасаки. Будем надеяться, что это будет первый и последний опыт для нашей цивилизации. Но в нашей карте мы этот момент увидим. Марс в Скорпионе, в секстиле с Венерой, с Плутоном и рядом других аспектов, они указывают на то, что снова могут быть вот такие попытки, могут прорвать силы из инферно. Да, и на это, кстати, указывает и вот этот наш знаменитый герой 21 года, секстиль Нептун-Плутон, он или об уничтожении цивилизации, или о ее духовном пробуждении. Как все интересно складывается. Еще интересно то, что день в день с восьмым затмением нашей серии, то есть 11 октября 1931 года, вот совпадает принятие решения о полной ликвидации частной торговли в СССР.
То есть и сейчас у нас могут ликвидировать малый бизнес. Если не учтут предыдущие ошибки, то 32-33 год, вы помните, чему нас научил, то есть с его перегибами и так далее. Об этом нужно говорить, это нужно помнить, а кто историю не помнит, у того она повторяется в усугубленном варианте. 1931 год – это интервенция Японии, маньчжурский инцидент. То есть такие инциденты еще будут, и мы это увидим на других еще примерах. Затмение 1913 года породили тройственный союз Антанты, арест Махатма Ганди, аннексию Крита. Это все темы нашего затмения. Военный союз, интервенция, аннексия, свержения и так далее. И вот так вот потихонечку мы давайте перейдем сразу к первому затмению нашей серии. Это 1805 год. 1805 год – это Карабах, извечная война Армении и Азербайджана. Конечно, здесь изо всех щелей буквально, как всегда, торчат уши Великобритании, англичанка гадит, Турции. По поводу Британии мы еще поговорим, там готовится очередной реванш. И мы поговорим по этим территориям еще потом отдельно. Согласно референдуму и закону о выходе из СССР, Нагорный Карабах – это независимое образование. Однако есть кто-то, кому выгодна вот эта война. Азербайджан, так называемые азербайджанские татары, как их называли в Советском Союзе, мусульмане – это относительно молодое государство, и его используют. Но Гянджа, Кировабад – это город-сокровищ. Это древний город, это город в античном княжестве. Он уже обстрелян вместе с его сакральными ценностями. Само по себе Карабахское ханство, которое лежало в Великой Армении, вот той вот древней, оно носитель зороастрийских древних корней, официально образовано в 18 веке, на равнинах, там, где мусульмане, и в горах, там, где христиане. Армения еще более древнее княжество, то есть первое в мире христианское государство, но до того это зороастризм. Разговоры про Арарат, опровержение преданий, запрет на исследование этих гор, делание невыносимым пребывания там. Вот это все делается искусственно, и это снова отсыл к бакинской нефти и так далее. То есть ищем третью сторону, кому это выгодно. Конфликт искусственно подогревается. Говоря о нефти, конечно, мы должны сразу вспомнить Нептун. В карте затмения, обратите внимание, Нептун остановился, и он находится в цепочке управителей, обособленно стоит, отдельно стоит. Это все повышает его значимость в грядущих событиях. Нептун – это туман, иллюзии, то есть искажение как бы ситуации, виртуальная реальность, наваждение, фейки, фарма с ее прививками, сокрытые тайные сообщества, священные войны с сокрытым подтекстом, морские сражения, наводнения. Также это наркотики, нефть. С учетом Плутона, мы будем про это говорить, это же кровь Земли, то есть тут не только Нептун. Также Нептун – это борьба за душу, нейролингвистика, использование искусственного интеллекта. Мы все это подробно с вами разбирали. Мы на этом останавливаться сейчас не будем. Но поймите, разбирая карту вот сейчас, конечно же, мы увидим, что, скорее всего, перед нами должна будет возникнуть некая ситуация, которая вынудит нас преодолеть предубеждения, предрассудки, увидеть вот эти вот межнациональные, межконфессиальные конфликты, разжигаемые извне. Вот этот момент очень важен. Тема нефти, тема вот эта проблема
передела власти, передела ресурсов, зон влияния, она продолжается. И мы с вами все это обсуждали. Это все еще вот там вот, когда вот это обострение началось, как бы вот Лилит в Тельце была, это тогда, когда начались первые-первые звуки квадрата Сатурн-Уран. Он все еще продолжается, и в следующем году он тоже будет. Поэтому нужно быть, нужно осознанно реагировать на все происходящее. Также это затмение поставит перед нами вопросы, сознаем ли мы свое предназначение. Стрелец, правильно ли мы идем по жизни, правильно ли мы целимся, или как Иван Царевич по жабкам стреляем. Не овладела ли нами материя и тьма, и на каком уровне зрелости находится мы находимся, какова наша система ценностей и так далее. Наше затмение продолжит поднимать тему ценности знания, и мы подчеркиваем, что вкладывать нужно в знания. Затмение обращает наши взоры к целеустремленному, разборчивому, строгому, авторитетному Стрельцу, уводя от поверхностных, воздушных близнецов. И Лилит прямым текстом говорит, здесь нельзя оставаться, это торгашество, это продажность, неразборчивость, всеядность, желание насытиться любыми знаниями ради обогащения. То есть это не то, это не Стрелец. Именно в двойственных близнецах мы и теряем ориентацию, и происходит распыление нашего огня. Стрелец-учитель – это тот, кто зажигает сердца и факела. Зажечь может лишь тот, кто горит сам. Мы не передаем пепел, да, а мы передаем огонь. Если учитель надломлен, то есть отрекся от своих знаний в угоду модной политике, в ущерб идеалам, которые его же и взрастили, то это уже не учитель, это Лилит в близнецах. Помните, затмение – это веха, это небольшая пауза между вдохом и выдохом, между прошлым и будущим. Солнечное затмение закрывает дверь в прошлое, открывает другую дверь в будущее. Какая дверь откроется, насколько она будет прекрасна, зависит от нас. И именно вот этот коридор затмений дается нам для того, чтобы мы правильно успели создать вот эту образ будущего, картину свою. То есть затмение – это как бы мини-смерть, нужно оставить что-то в прошлом, безжалостно, и войти в новый сюжет. У нас на канале есть практики, как красиво входить в затмение. Записывайте все, что происходит за 3 дня до и после вот этого затмения. Помните, то, что будет разрушено, восстановлению практически не подлежит. Солнечное затмение – хорошо избавляться от внешних проблем. То есть это может быть люди, это может быть обстоятельства, которые мешают нашему истинному росту, то есть росту с точки зрения высшего «я». А в лунные затмения мы избавляемся от внутренних проблем. Это комплексы, внутренние вредные там, зависимости, привычки и так далее. Солнечное затмение 4 декабря находится на южном узле Кету, поэтому будут активизированы темы из прошлого, поэтому и я специально показала вот те события, которые были в предыдущих затмениях, чтобы увидеть сюжет в целом, логос в целом, задумку, что же мы должны прозреть, мы должны собрать все пазлы, чтобы прозреть всю картину. Анализируйте, вспоминайте, что у вас происходило в те годы. То, что поднимаются вопросы из прошлого, на самом деле это очень хорошо, потому что мы много раз уже говорили, нам нужно закрывать квадрат Сатурн-Уран. То есть энергия для этого нам на самом деле очень-очень хорошая дается. Я напомню, что мы завершаем сейчас вот тот сюжет, который зародился в конце 80-х годов. И сейчас именно самая сложная фаза, фаза напряжения. И вот этот старый сюжет, как бы это ни хотелось, но он должен уйти. Тяжело нести, но жалко бросить чемодан без ручки.
Квадрат Сатурн-Уран, он усиливает диктатуру власти. Народ будет в штыки воспринимать все, что вводит новая власть, даже если это хорошее, это квадратура, это сложно меняться. Но вообще аспект о необходимости создать образы будущего, взять на себя ответственность, каждому взять ответственность за себя. И это о саморазвитии, безусловно. Квадрат Сатурн-Уран о сговоре элит по альтернативной энергетике, которая на самом-то деле является тотально убыточной. А вообще, вот, то есть мы рассматриваем как Уран в Тельце, да, в квадрате к, Уран, к Сатурну в Водолее. То есть вот такой вот квадрат Сатурн-Уран из Водолея в Тельца за тысячелетие лишь третий. И соответствует, мы просматривали это раньше с вами, разбирали эту тему подробно вот в этом ролике. То есть он соответствует тому периоду, когда ввели книгопечатание, заменили алфавиты, убрали образное мышление, внедрили новые ценности. Это период реформации, это период, когда печаталось вот исключительно то, что прошло правильную, так сказать, цензуру. Это мы тоже сейчас будем как бы проживать, но еще раз говорю, чтобы прожить красиво, нужны выводы по предыдущему сюжету. Особенностью карты, как мы уже сказали, является то, что светило затмения находится в оппозиции к Лилит. Смотрите, Солнце – это божественный солнечный логос. Имеется в виду не физическое солнце, а то, что стоит за ним. Это свет, это Отец Небесный, это высший разум. Также символически это правитель и глава семьи. Луна – это, понятно, это народ, это питание, а также это наша душа, это место залипания души, это тонкие планы наши. Поэтому, если брать вот по аналогии правитель-народ, то взаимоотношения власть имущих и народа будет битое, скажем так, деликатно очень. И получается, что мы должны как бы помочь себе пройти вот эти внешние испытания, которые будут сейчас попадать, как говорится, на нашу голову. И помогать изнутри, то есть наводя лад в себе, мы как бы помогаем внешней ситуации. Про отношения власть-народ битое – это гордыня, высокомерие, жестокосердие, амбиции, то есть как бы все действие во зло, душевные страдания, психическая неустойчивость. Нептун это все усилит. Также оппозиция к Лилит, она даст борьбу с инакомыслием, религиозные преследования, как с той и с другой стороны, то есть квадрат Марс-Юпитер усилит злоупотребление властью как на государственном уровне, так и на личном. Наблюдайте за собой. Этот квадрат Марс-Плутон на фоне квадрата Сатурн-Уран и Лилит в Близнецах, он вот может дать «разделяй и властвуй», интриги. Марс-Юпитер, хотела сказать, интриги, которые будут связаны с отключением социальных сетей, интернета. Также эти аспекты и про мошенничество в цифровых валютах. Соединение Венера-Плутон в секстиле к Марсу, скорпионовскому, оно хорошо для творчества, хорошо для богемы, хорошо для трансформационных практик. Но вообще это как бы о роковых сверхжеланиях, страстях. Опять же, это и о священных кровопролитных воинах, которые использует кто-то. Скорпион – это манипуляция, использование больших человеческих ресурсов со смертельными исходами. Венера с Марсом образуют творческий треугольник с нашим остановившимся Нептуном.
что еще раз заставляет обратить на него внимание, еще раз подчеркнуть его. В нашей карте вон он подчеркнутый. Нептун о духовном и о раскрытии творческого божественного потенциала и любви. То есть он как главный герой вот после оппозиции светил Клилит. При игнорировании энергии вот этого Нептуна он превращается, например, в вирусы, которые потом Лилит в близнецах будет очень хорошо использовать, как захочет, да, муссировать вот эти страхи, выкачивать оставшиеся средства, губя малый бизнес, это близнецы все, губя учебу, губя всевозможные экскурсии, поездки, вот такое уничтожение тем близнецов мы тоже будем видеть. Будет вносить распри в соседско-братские отношения. Это тоже близнецы. То есть близнецы, символический третий дом, это все сюда. Но что такое вирус? Мы говорили с вами, вирус с эзотерической точки зрения, он проникает в тело тогда, когда мы занижаем или теряем смысл жизни. Затмение в Стрельце о том, что вспомнить нужно про смысл жизни. А Лилит в Близнецах о том, что нужно погрузиться в глубокое разочарование, занизить самооценку, будь проще к тебе потянуться и забудь предназначение. Вот о чем идет речь. Первостепенное, каждый раз говорим, предназначение жизни каждого – это выполнить уроки своей души и духа, раскрыть свою душу, понять, какой опыт она еще хочет получить, какой уже имеет, с помощью души пробудить духа, идентифицировать его, просветлеть вследствие прохождения вот этих уроков, трансформироваться и приблизиться к своему абсолютному, то есть андрогинному состоянию, то есть состоянию полноты. Поженить короля и королеву, говорим мы на консультациях. Это и есть вот то великое делание, поиск философского камня, алхимическое золото. Депрессии, уныние, жадность, гордыня, злословие, зломыслие, обиды, зависть – это все вот это вот низковибрационное, поглощающее сознание, вот эти вот нехорошие энергии. Мы говорили, что публикация вот этого досье Пандоры на правильных аспектах, там, где было соединение Солнце-Марс в квадрате к Плутону, это была просто выкачка нашей энергии, чтобы произошла утечка наша энергетическая. Что касается Украины и Зеленского, который попал в эти списки, то нам нужно помнить, что вот эти все... Мы это разбирали вот в этом ролике. Очень рекомендую его посмотреть. Нужно помнить, что вот эти все майданы, цикличность майданов, войн на Украине, мы же это все знаем, когда все это происходит. И нужно быть готовыми к этому. Конечно, и про печеньки тоже нужно помнить, откуда ноги растут и откуда уши торчат в каждой истории, скажем так. Все наши президенты кармические и очень резонируют с Лилитом, с Лилит Украины, вот, например. Майданы у нас мощные идут на Лилит в Раке, а это в следующем году. И это про раскол, это туда же. Всегда нужно смотреть, кому это выгодно. Вспоминайте еще раз те сюжеты, которые мы проговорили, которые проходят по этому циклу Сароса. И не надо повторять старые, так сказать, ошибки, входить в одну и ту же воду несколько раз. Собственно, по циклам соединения Марса-Солнца в квадрате к Плутону, то есть из весов в Козерога, нам тоже про это намекало в ролике, вот в том вот итоге. Мы вспомнили 1028 год касательно Украины, поэтому
будем иметь в виду. Также в том ролике мы указали, что именно сейчас, еще раз повторится, цикл введения фейковых денег. В прошлый век ввели печатный станок и золото заменили бумажкой. А теперь тоже могут ввести, например, виртуальные единички-нолики на экране. Лилит в близнецах о нечестном товарообмене. Лилит в близнецах вот с таким аспектом она даст, она и про контроль, понятно, над книгопечатанием, над распространением вот только той вот прошедшей правильную цензуру литературы, так сказать. Все это мы проговорили. Это квадрат Сатурн-Уран плюс Лилит в близнецы. Также Лилит в близнецах в оппозиции к светилам вот этого нашего затмения, она указывает на политико-экономические обострения, касающиеся транзитных товаров, логистических путей. То есть будет идти борьба за контроль над дорогами, перешейками, путями. Это и один север, один пояс, один путь, и Северный поток, и Суэцкий канал. Это все будет звенеть в следующие полгода очень сильно. Стрелец затмения, он о том, что нужно вспомнить свою божественную природу, свою вечность и увидеть, что если вот такая вот ситуация происходит, то с нашим потоком внутренним происходит что-то не так и искажается. И почему это вдруг мы позволили с собой манипулировать? Человек должен почувствовать себя сотворцом, частью Творца. И тогда он почувствует и единство мироздания, почувствовав, поняв вот это вот единство всех живых существ, он поймет, что разделяй и властвуй. Это Кали-Юга, это Морок, это Лилит в близнецах. Это не наша тема, иными словами. Это товарищи, которые нам не товарищи. А наш Марс в Скорпионе, он о преодолении страхов. Он о том, что нужно научиться быть независимыми, самодостаточными, уметь самостоятельно трансформировать избыток одной энергии в другую. И так никакие манипуляции, интриги нас не столкнут с пути правильного. Об этом, собственно говоря, и Юпитер с Сатурном в Водолее. В противном случае это множественные, многогранные, так сказать, неприятности, которые в итоге все равно приведут нас к сплоченности, к единству и к уважению, уникальности и неповторимости каждого. Еще раз задумайтесь, пока есть хотя бы один страдающий, спящий, невозможен выход из вот этого колеса сансары. Причем нужно не путать колесо, то есть бег по кругу подопытной мыши с прививками и так далее, и предназначение, которое для получения опыта и раскрытия своих потенциалов. Вот это соединение, которое было Марс с Солнцем в весах, оно о раскрытии своих потенциалов, о самосовершенствовании. И оно задало ритм нам надолго. И плюс вот это затмение, оно, собственно говоря, об этом же. Через помощь другим мы еще больше раскрываем наши таланты и возможности. Так объяснял, что аж сам понял. Да, говорящему скажется и дающему дастся. Реализация своей высшей цели, она невозможна без принятия, познания себя истинного, понимания законов, понимания единства со всем и всеми. То есть мы все это многократно уже говорили, и об этом наши Сатурн и Юпитер в многогранном, не бытовым, но ориентированном на соратничество Водолее. Теряя смысл, не развиваясь духовно, мы делаем сами почву для вот этого размножения всевозможных грибков, вирусов, которые, конечно, заранее готовит эта фармакология, это все понятно, но эзотерически мы сами схлопываемся, сами пожираем себя. В лекциях про затмение я всегда напоминаю, что затмения нам даются для проработки наших же затмений и помрачений. Вспомните, что истинное сокровище в нас, в глубине, и оно покрыто слоями иллюзий, забот, стереотипов, привязок, помрачений, обид, этих стражей порога. Это все Марс в Скорпионе, комплексов и прочего. Вот наше затмение о том, что
Пора понять, что внешнее это отражение нашего внутреннего, и пора вот это все проработать. То есть Марс своей указкой говорит, ну давайте разберем эти авгиевы конюшни. Ответьте себе честно на вопрос, являетесь ли вы солнышком, кто и что вас окружает. А перед этим ответьте, что исходит от вас, какие слова, какие мысли, какие действия, чувства вы излучаете, какие привычки у вас. Несоответствие духовного уровня, миссии, образа жизни приводит к тяжелым болезненным процессам. И, соответственно, снаружи происходит черти что. И все это посылается для пробуждения. То есть, в принципе, все во благо, но можно и попроще, как говорится. Обратитесь за помощью к астрологам, к видящим. Нужно увидеть ваши сильные и слабые стороны, задачи воплощения, посмотреть, на что можно опереться, а что будет пагубным. Вот для этого, собственно говоря, мы изучаем астрологические карты, чтобы понять запрос духа, что там с душой происходит, где она застряла. Сонастраивайтесь со своим высшим сознанием, ищите свою высшую цель, смотрите внимательно за знаками, которые сопровождают вас на пути к свету, к истине, и будьте осознанны. Пробужденный человек с высокой осознанностью, он работает столько, сколько необходимо для того, чтобы удовлетворить свои потребности и иметь возможность заниматься самопознанием и саморазвитием. Мы для этого сюда приходим, об этом наше затмение. Только при таком бытии мы не будем притягивать себе кармические последствия и не будем вот по Марсу в Скорпионе тратить время непонятно на что. Что касается стран, которые наиболее срезонируют с аспектами нашего солнечного затмения и будут звучать вот следующие полгода, ну понятно, что Марс в Скорпионе подогреет Восток, то есть это Иран, Афганистан, Турция, Азербайджан, Египет, и сюда нужно Германию немножко вспомнить, мы там говорили, помните, про ГДР, ФРГ. По Стрельцу Венесуэла, Югославия, Грузия, по Лилит в Близнецах, а также вот этим Стрельцу и Скорпиону, это Армения, США, Великобритания, Италия, Франция, Палестина. То есть как бы срезонируют-то все, но вот эти страны, они будут наиболее актуально и часто вспоминаться в эти полгода. Хорошо. Изучайте свои карты, смотрите, куда попали какие планеты, в какие дома Натала. Старайтесь понять сюжет, задумку, что от вас требуется в следующие полгода. Требуется с точки зрения вашего высшего я, конечно же. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим роликом, чтобы нас осознанных становилось больше. Смотрите и другие наши аналитические разборы, прогнозы, лекции. Пишите мне в Facebook, в личку. Будем разбирать ваши натальные карты, искать кармические долги, исследовать предназначение и так далее. Почитать наши разборы можно, конечно, в Telegram, в Instagram. Будем поддерживать связь и там, если что. Будьте умнички. Умничками, будьте сознательными, скачивайте наш астрологический календарь на 2022 год, помните, что что бы ни происходило, всегда должно быть место счастью, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. С любовью, ваша Настя. Пока-пока.